понятно. Сейчас вкратце объясню, какие у нас будут старты. Народу немного. Соревнования я пытался сделать более такими живыми и интересными. Самое главное, прошу всех, все-таки это не борьба на выживание и быть аккуратными на трассе. Думаю, что все прокатились вчера, наверное, по трассе. Не все. Мы с тобой проедем, это ничего страшного, я тебя проведу. За веревочку можно? За веревочку, да. Что значит гонка преследования? Такого формата у нас еще не было. Здесь для того, чтобы, может быть, было наиболее честно, у нас получается двое ворот. Вот там на старте. Обозначены желтыми флажками. Первые ворота и чуть дальше еще одни. Встают два участника в паре. Стартуют одновременно по флажку. По отмашке. Едем два круга. Что получается? Там еще два ворота финишные. Если у нас кто-то догоняет, успевает ехать в ворота финишные вместе, то есть за первым участником, значит он победил. Он так. Так, ну что, трехминутная готовность, и Сергей объявляет первых участников. Погони что-нибудь, я зацеплюсь!
Ключи у Сережи! Ебать, что давай? Жарковской нет петли. Да, мы снимаем здесь соревнование, называется «Беловская петля». Все петляют, петляют, никак финиш найти не могут, все здесь хорошо, природа, нормальное соревнование.
В двух словах, как понравилось? Андрюх, я не буду рассказывать, я покажу. Так. Сейчас. Сейчас. Рука трясется. Ты засекал сколько по времени? Не, не. Второй раз лучше, чем первый. Надо было вчера гонять здесь. Второй мне тоже больше понравилось. Ну. На поворотах что-то не сильно смеялось. А первый, второй день на этой штуке. Боюсь еще. Да. Опасно. Ну, Виман, ну ты от напряжения. Поэтому. Надеяться можно всегда, да? Ну от напряжения, то есть адреналин вылазит. Не покажи, как они трясутся. Я уже показал, Дим. То есть это нет. Дим, у меня спрашивают, как, я говорю, я лучше покажу руку, так раз покажу. Ну действительно, что-то вот. Это нет, это не руль, это прям это азарт, это адреналин, выброс, кислоты мало сейчас всего. Ну вот, знаешь, как в этом. Таиланд. С третьего раза все. Я весь раз семечки на морозе щелкал. Мама катался. Вон, смотри, как поливают. Вон, смотри. Камеру хотел купить, это что, это нормально? Макс пятый. Посмотришь, как снимает кино, обалдеешь. Ну а фотки? Ну, если руками поработать, то и фотки. Но мне хватит. Вместо большого этого. Ну, скоростной режим ты не сможешь снимать там вот это. А, нету здесь, да? Ну, есть, но... Подожди, а с моими сравнить, которые на чем? Я Никон же, на 90-м. Что там, скоростной у меня режим? Маленько скоростной. Диман, знаешь, что не хватает? А? Отрезка, где можно обогнать друг друга. А здесь не обгоняют. Какая элька, ты вываливаешь по трассе. Я бы выскажу. Искандер, можно? Я, то у тебя спина лучше. Меня зовут Алексей. Ладно. Вот это телекомпания. Расскажите, как вы решили организовать вот именно белорусскую петлю? Почему и сколько народу собралось? Как настроение? Настроение отличное. Данное соревнование решили провести только для того, чтобы объединить любители квадроциклов, трехцветного движения, как бы воздуха. То есть показать, как можно использовать технику, как это хорошо, что грязь готова. Два круга! И показать, что как ездить. А соревнования – это лишь момент какого-то соперничества, такого мужского удовольствия. Вот мы его вносим в наш отдых.
Сколько народу сюда? Ну сколько у нас получается? Вот на квадроцикле. 8 участников, это не так много, но зрителей сколько, вы сами видите, знаете. Откуда вообще люди приехали? Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, ну, ближайшие города. У вас вот как поддержка добавляет одного участника такого периода? Ну а на гору поедем, вот у нас получается, ну у нас один планер получился. Я не знаю. X8? X8 сдох. Сдох? Сдох. Вдруг хотел попробовать. Пыльник, да, у него? Не пыльник. Где-то воды нашли в него. Да ты что, затянул, да? У него, видать, это в начале, да, Дима? Видать, где-то в очередь, ну, зашла и... Не, вот в начале гонок. Кадрики интересные сейчас. Пойдем. Что, назад кинуть? Антон, лучше назад. Так. Держи тогда, Олег, просто хватай. Очень засасывает себе. Давай, ты что стоишь, ёб твою мать!
Не снял отбив? Лучше. Да, отпустили бёд, не выкопал. Вы еще все хотите ездить на эндуро? Счастливые лица. Привет мотору, ага. За третий выпускаешь, они откатались, один заезд, один круг, все, третье место определится.
А здесь как обычно. То есть шестой, первый круг. Первые ворота, десятый, вторые ворота. Потом меняешь ворота. Один круг. Один круг. Да. Если один-один будет по паркету, то третий. Понятно. После заезда. Чуть-чуть шьем, да? Так, сейчас выпускаем. Да, зашиваем. Чуть-чуть зашиваем немного. Перевернулись, сломали. Сломали ручку, сломали крыло. А кадров что не было, да? Когда я падал. Есть, по-моему, там. Это я убираю. Это убираешь, все, вот я, так, вот, все, готово. То есть сначала один заезд за третье место, потом два заезда за первое. Нож нужен еще, нет? Да, я сполосну его, чтобы засунуть в карман. Нет, это мой. Просто сполоснуть, не собираюсь такой. На работе просто петельки поставим и поеду пока еще, да? Ну и такое бывает, да? Да. Ничего страшного. Что-то я думаю, за трелёвочником надо будет идти. В смысле? По новому вытаскивать. Вот самое главное, Антон всегда привлечет к себе внимание. Вася. Не, базара нет. Отпусти, Вася! Давай! Я засняла на камеру. Тут Андрей Жарков. Привет тебе передаю. Привет тебе передаю. Подожди. В лесе бы в такой прокатиться. Сейчас поеду. Слышь, такая этот... Приехал в лесу, такая путешествие. Этот в грязь залез и рад, что грязна рубаха. Про такого говорят. Он плохой неряха. Снимать. Ну как? Нормально. Нормально?
потихоньку. Тяжело. Давай в воду помоем. А что, здесь нужно прямо на гору выскочить? Вы меня спрашиваете, здесь что здесь? А куда здесь можно поехать? Экстремально же не поедем. Здесь мы. Зачем? С ребенком никак. Вадим, так на гору поднимемся, а там будет видно. Ну давай. Ну до горы-то спокойно. Да. До горы едем, а там вы примете решение на свой глаз. Нет, там вот один только вот этот. Вот мы оттуда доедем, посмотрим, как спускаемся, и решение примете на месте. Ну что, Дим, мягко, комфортно? Подогревом, кондиционером. Skyway Crest Express. Мама, делай. Делай, мама.
Привет. Как дела? Ничего, можно было бы лучше, да некуда. Отличный поход. Очень нравится. С погодой переходим. Санёк, газуй! Поехали! Ломается, все в жизни не вечно. Ты мне вот сейчас весь объектив залил. Да ладно, я тебе серьезно говорю. Ни капельки нет, вон, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok.
что скажешь? Красота, да и только. Вот, смотри. Поедем. Диман, давай еще. А? Давай еще. Еще давай. О, солнышко. Сейчас кайфовые фотографии. Сейчас вообще классно. Свет такой вообще охереть. Так, а эти писающие мальчики, а вон они. Все? Поехали. Помойка. Ура! Не пачкай! Ты там застрял? Да. Повисли. Хватило буквально там. Мы тоже. Ну что, Диман, поднимете сдать будем тоже? Нет, нет, гоняли, гоняли. Представляете, я раз в два провалился на передние колеса. Что прокатиться получилось? Ты мылся так, парень. Давайте двигаться, а. Останавливайся. Ну как, хоть куда, но слушай. Ты толстый, поэтому не катишься. А? Ты толстый, поэтому не катишься. Я понял. Фигер, блин. Ну что, в полку силами поедем назад? Давай. Конечно, можешь еще вон туда проехать. А улица не видно, да? Что? Вот Ким! Вань, давайте общую фотку, дай сподвигаемся. Подвигаемся. Куда? Где фото? Так что мы здесь были, Вань. Давайте. Прекрасно. Ким, организуй. Ну все, отправляемся. Да. Путь. Один снег. Слушай, я тебя трезвым вообще ни разу в жизни не видел. Ты вот трезвый бываешь? Вообще не пью. Он трезвый. Трезвый? Да. Слушай, вот бы мне такое видеть, чтобы быть пьяным, вернее, быть трезвым, но быть как пьяный. Завидую по-хорошему. Держи чай. И, может, его лучше водки, ну, наверняка. Чай. Нет, водки. У меня виски есть, я водку не пью, давай.
Нет, давай, неси виски. Ты виски давай. Вот, развели пальцы. Ваня, мы вчера про куру подумали. Там был один пил, понимаешь? Правильно, правильно. Блядь, ему мазал, что он трезвый. Найдем, подожди. Бери сырок. А что колбасу-то? Какое мясо берет? Оленина. Он уже поел. Не хотел. Жена едет, и ты не хотел пить. Наоборот, это повод выпить. А? Чай? Да. Серег, будешь воду? Там колбаса. Я сегодня говорил, что кто сегодня первый ехал, а то второй. Я на тундре первый зачинаю. Думай сам. Я уже думал. Может, ебать эти деньги, прямо руки почти. На обратной дороге? Какая машина? На мысль посещал, он свалит мне домой. Окей, ты такой самодовольный, что ли? Да у меня пятки, я не чувствую пятки. Я знаешь, что не чувствую? Ты в следующий раз сапоги берут с собой резиновые. Я так делаю всегда, обычно. А торт будешь покупать? Сколько вам говорить? Лучше торт это колбаса, блядь. Вот так вот. Молодец. Где собака? Она уже устала жевать, собака. Ей сегодня подфартило. С нами встретиться. Но она тут типа с хозяином типа была. Чайку. Про хозяина быстро забыла, блядь. Хозяин ушел, она осталась. Осталась здесь, короче. Напиток такой интересный. Так разливай всем этот интересный напиток. Усугубляй. Я вот про, сказал про то, что кофр открываете, а я основной кофр, что у вас не очень, блядь. Вот, Дима, за тобой интересная компания во главе с Димой Беловым. Петля-то Беловская. Петля-то. Беловская. Да. Слушай, может и водка когда-нибудь будет Беловская? Пока только беленькая. Но будет и Беловская. Мама не кормит нифига сына. Сын, вот, смотри, в двух руках все жует. Быстрее я еще пытаюсь сделать, чтобы это... Чтобы папа сильно не ругался. Не ругался, а то... Да ведь не переживайте, голову оторвет и все. Чуть-чуть не с головы подходит. Слушай, Андрюха. Я снял это видео, где я спал. Все что-то смеются, а я так и не пойму, да? Не пойму. Мы несколько раз перематывали. Держи! На фотке кадр, короче, ну как вот выход из палатки, да, и морда медведя просто. Вот последний кадр фотоаппарат нашли. Как сказать, настоящий фотограф. Убивал медведя, он фотографировал. Вообще пиздец просто. Это жесть, да? Медведь ломится, фотоаппарат хватает. В серебря уехали с Костяном, с Цикульного, разбор. Он, короче, идет на этом, на сурфе, сзади квад. Камчатки. Они там плавали. На прицепе. Там плавали. А я иду следом, грузовичок такой маленький, Дайхацу Хайджет, блядь. И я, короче, еду, Костян останавливается. Я его гоняю, я говорю, ты что, дурак? Я еще трезвый, спасибо. Ну, не забодал. На него ору, правую руку, он у него левый, блядь.